С вами канал Ксения Чапкина. Сегодня я хочу сказать, не знаю, для кого-то хорошую, для кого-то плохую новость. Между меня. Канал переносится. Из-за чего? Ну, из-за того, что я не смогла как-то вот сделать, чтобы поменять привязанный телефон. Поэтому никаких стримов, ля-ля-ля-ля-ля. Ну, может, я там буду ходить, там, выпускать видео какие-нибудь. Я не знаю вообще, но тоже видео. Также я буду писать комментарии, там, взаимная подписка, например. Да что ж, меня тут не видно. Вот, хочу поздравить всех. Вчера был день сладости, просто мы с бабушкой ходили в магазин, я столько всего попросила, боже мой. Я и торт попросила, и попросила костюм такой же. Пила. А сейчас запишу. Так, костюм попросила. Потом мы, да, Митима. Пахнет вкусно, но не очень. Вот из-за чего канал переносится. Я буду делать стримы. Чуть ли не берется 10 подписчиков. Или даже больше 5. Так. Наверное, канал я создам Мил Пипинки Пай. Да, я хотела так и создать. Будут стримы, будут больше 15 минут, да. Это, наверное, всех порадует. Наконец-то. Боже мой. У меня отпустило теперь. Ну, я расскажу. Да, следи, от чего я сделаю такое прям хорошее для меня видео концовка. Концовка. Финал. Финал канала. Так. Нет. Сегодня пошел снег, мокрый, утро, ой, боже мой, я так прям порадовалась. В школу бежал. Ну, закончился последний урок. Поэтому у нас канал переносится, это как бы финал канала. Будет Мил Пипинки Пай, ссылку я дам, наверное. Но пока что я не могу дать, потому что я его еще не создал. Да, надеюсь, это будет принят. Принят как девочка нормальная. Наверное, с бензиком я тут подумаю. Вот, также, если кто-то жал там в упаковке Пинки Пай, то я смогу обрадовать. И она, наверное, будет, если я найду снова проводник. Потому что я не могу. Сейчас попробую поискать вместе с вами. Так. Я коробку еще не достала. Вот такая у меня коробочка с проводниками всякими. Проводами. Я для планшета найти не могу. Здесь. Помните. Путик. Путик. Так. Если развязывать нужно, блин, полчаса, чтобы эти проводы найти. Все здесь запутано. Конечно. Это отмышки. Это какой двойной проводник? Ну я не знаю, короче. Или какой-то. Блин, хотел бы еще скачать прям Майнкрафт такая. После школы иду такая. Как скучно. Смотреть вот это вот видео каждый день с прохождением Майнкрафта или там песни Майнкрафта. Просто обожаю. Особенно Тинти. Вот. Тинти мне нравится. Не помню эти слова. Но она мне нравится. Биг Тинти. Так, ну что? На канале будет распаковка полностью наших покемончиков, которых я так и не раскрыла. Ой, которых, да.
где распаковала, но так и выпустить не могу. Не знаю, что у нас еще будет. А! Ой, боже мой. Так прикольно. Я недавно смотрела тест-драйв новой веб-камеры, ну, мистер Фрост. И поэтому я добралась. Блин, это смешно, все такая. А пришла прям такая. Эти уроки. Вот. Так что все переходим на этот канал. Только я его еще не слышу. Боже, ты что такое со мной? Котенок, Пикачу! So Aaron and I are beginning a search for a real life Pikachu. We understand that they eat a lot of berries, and their natural habitat is a forest. So we're gonna begin our search in. Ну ладно, проехали. Что ж, каналчик будет Мил Пи Пинки Пай, наверное, больше всего, потому что Мил Пи Рерити я видела, конечно, я тоже хотела что-то сделать. Мил Пи Пинки Пай. Отличный выбор. Только осталось только в Google переводчик зайти, ну ладно. Ну что ж, всем пока, с вами был канал Ксения Чёткина. Это финал канала. Все переходим по ссылке, когда я сделаю.